Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Поль Синьяк «Женщина с зонтиком». Холст, масло, 81-65. Поль Синьяк не имел профессионального художественного образования. Его пристрастия в живописи развивались под влиянием импрессионизма, а после знакомства с Жоржем Сюра и его творчеством Синьяк стал писать в той же манере. Больше всего ему нравилось работать в жанре пейзажа. Он часто изображал морские воды. В 1892 году Синьяк женился. Его супругой стала Берта Фабле. Они прожили счастливую жизнь. Берта всегда была художнику верной спутницей и личным секретарем. Картина «Женщина с зонтиком» – это портрет любимой жены художника, которая приходилась родственнице импрессионисту Камилю Писсаро в течение нескольких лет, увлекающемуся живописью неоимпрессионизма. Строгость и эффектность полотна достигается благодаря точно подобранному, научно обоснованному колориту. Рыжий зонт особенно выигрышно смотрится рядом с зеленоватой кофтой женщины, а ее лиловая юбка ярко выделяется на желтом фоне. Вот такое описание я нашел в интернете. Картина «Женщина с зонтиком» Поль Синьяк. Пока-пока, до свидания. Текст, книга «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания.